Томилинское научно-производственное предприятие «Звезда» отметило 72-ю годовщину со дня основания. История «Звезды» тесно переплетается с развитием отечественной авиации и космонавтики. В честь этого события на предприятии прошел праздничный концерт. Подробнее в материале моих коллег. Юрий Гагарин, первооткрыватель космоса, во время своего первого полета был облачен в скафандр, изготовленный на предприятии «Звезда», и использовал разработанную его специалистами систему приземления. За 72 года своего существования компания не только сохранила свои позиции, но и добилась значительных успехов. В настоящее время завод является крупнейшим поставщиком систем жизнеобеспечения для летчиков и космонавтов по всему миру. 72 года назад, в октябре 1952 года приказом министра авиационной промышленности Хрунчева было создано наше предприятие. Предприятие, которого в стране не было до того периода и которого нет сейчас. Настолько мы уникальны, настолько разнообразна наша тематика и настолько важным делом мы занимаемся. Низкий вам поклон и большое спасибо за это. Любовь Генералова сегодня в числе почетных сотрудников. В этом году отмечает 50-летие трудовой деятельности. Любовь Борисовна прошла путь от мастера до начальника цеха. Предприятие «Звезда» – первая и единственная запись в ее трудовой книжке. Мы занимаемся выпуском ответственной продукции, делаем кресла для выхода в космос, скафандры делаем. Работу свою я люблю за то, что работать с людьми, это во-первых. А во-вторых, я, в общем-то, понимаю, что на меня возложена ответственность, да, потому что я запускаю изделия в работу, я слежу за сборкой. Где-то какие-то неполадки, всегда стараюсь все их уладить, чтобы это своевременно пошло на поставку. Потому что мы и объект обеспечиваем запуска в космос, и все. Сотрудников одного из самых важных предприятий страны поздравил и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Звено и ядро каждого предприятия – это люди. Самое ценное, что есть, это человеческий капитал. И то, что такой капитал есть у нас, мы за это и благодарны в первую очередь, и горды этим. Я желаю в будущем, конечно же, выпуск продукции только увеличивать, потому что продукция вашего предприятия спасает жизни с праздником. Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты от Федерации космонавтики России, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и благодарности от главы городского округа. После награждения для гостей выступили творческие коллективы округа. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.